Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел ответить на вопрос, который часто задавается мне, это по поводу йоги. Можно ли заниматься с йогой и является ли йога для нашего здоровья? И вот поэтому решил записать этот видео, чтобы вы знали, что делать. Но самое первое надо понимать, что йога учит, что это путь, с помощью которого мы можем обнаружить состояние целостности, которое уже существует в нас, и достичь спасения. Йога противоречит истине, открытой с Богом в церкви своей, через Писание и предание. Мы падшие существа и находимся в тлении, и только Христос может исцелить нас и привести к целостности. А спасение – это дар Божий, данный нам только через Христа, Его смерть и воскресение, а не через принятие определенных поз. Йога никогда не претендовала на то, чтобы быть практикой для здоровья. Ее единственная цель – это религиозность, языческое понимание и попытка достичь спасения. Те, кто говорят, что йога предназначена для здоровья, либо заблуждаются, либо очень хорошо знают, что это ложь, и хотят обмануть других. Поэтому, дорогие друзья, держитесь подальше от йоги и будьте в безопасности. Спаси вас, Господи!